Сегодня депутаты облсовета провели очередное заседание комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму. На повестку дня вынесли 9 вопросов. Особое внимание парламентарии уделили теме недопустимости блокировки счетов образовательных учреждений. Текст соответствующего заявления уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен в Государственную Думу. Я однозначно сам, как руководитель муниципального учреждения, абсолютно поддерживаю данное решение. Очень надеюсь на поддержку наших коллег из других регионов и тем более наших коллег из Государственной Думы Федерального Собрания.